Над тихой улицей чуть странно звучат труба и фортепиано, и входит в город танго строка, полная страсти и упрека. Немного музыка печальна, но знаем мы, что не случайно здесь, где родился король, танго играют вновь. Танго для нас зазвучало, и жизнь как будто сначала с лунным сиянием звуки слились, умчались в звездную высь. Через года, десятилетия вернулись к нам мотивы эти. Одной лишь музыке дано знать, что влюбленным суждено. Но, как и прежде, ночью поздней лишь для двоих сияют звезды, и, как всегда, близка к моей твоя рука. Синей рапсодии звуки, встречи, признания, разлуки с лунным сиянием звуки слились тем, кто любим унесли. Сердце король танго хранят мелодии его тайну, и помнят много лет слова Токио, Лондон и Москва. И если грусть сегодня рядом, в музыку эту верить надо, чтобы в сердцах у нас огонь любви не гас. Синей рапсодии светом мы и сегодня согреты, с лунным сиянием звуки слились к тем, кто любим унеслись. Синей рапсодии светом мы и сегодня согреты, кто любим, унеслись.
The Air Force introduces Little Henry, the world's first ramjet helicopter. On the tips of its two-blade rotor are ramjet engines weighing only 10 pounds each and which whirl around in flight at 600 feet per second. The copter's pilot, fuel tanks, and controls are carried in an open steel tube structure, and when Little Henry takes off, it's best described as a three-dimensional motorcycle. No auxiliary rotor is required as in other helicopters, for the blade tips do not develop torque. Top speed is 50 miles an hour, lifting power more than 600 pounds, and maneuverable, why Little Henry could fly around the corner to the grocery store. One of the strangest things yet, a helicopter driven by jet propulsion.